Бурятские борцы стали бронзовыми призерами чемпионата России. Три бронзы взяли Будажап Самбуев, Руслан Тропинкеев и Николай Капустин. Также два золота у Александра Цактоева и Добыцы Риндаржиева. Эти награды позволили нашей сборной стать третьими на турнире по вольной борьбе среди слабослышащих, который проходил в городе Владимир. Золотые медали чемпионата завоевали наш легендарный, неувидаемый олимпийский чемпион Александр Цактоев и молодой Даба Цириндаржиев. Хочу поздравить тренеров. Это Сырындар Жадашевича Андрёнова, Гырыл Даржевича Циндемеева, Баир Бароевича Батумункуева, весь коллектив Республиканской спортивно-адаптивной школы. Также хочу поблагодарить спортивный клуб «Зугалай», в котором немалое время тренируются наши слабослышащие ребята. Отметим, что благодаря золотым медалям бурятские борцы Александр Цактоев и Даба Цириндаржиев завоевали себе путевки на Сурдоолимпийские игры, которые состоятся в мае в Бразилии.